Всем привет! Сегодня на обзоре питательная подложка. Для многих аквариумных растений достаточно тех питательных элементов, которые поступают из воды и жидких удобрений. Поэтому для таких растений можно использовать нейтральный грунт, мелкая галька, крупнозернистый песок, базальтовая крошка, кварцевый гравий. Однако некоторые виды растений предпочитают питание через корни. К таким растениям относятся кустовые виды. В аквариумах без подачи углекислого газа с преобладанием кустовых растений можно использовать питательную подложку под основным грунтом, даже без дополнительной подкормки жидкими удобрениями. Питательная подложка обладает запасом всех необходимых элементов для роста: азот, кальций, железо, магний, калий, фосфор и микроэлементы. Имеет благоприятный для корней pH 6,5-6,8. Это грунтовая подкормка постоянного действия. Она не имеет срока действия. В первые месяцы питательная подкормка активно отдает питательные элементы растениям в аквариуме. В дальнейшем ее пористый компонент адсорбирует избыток питательных элементов из воды, лишая питания водорослей и предоставляя питание аквариумным растениям через корни. Легкая и пористая структура питательной подложки предотвращает закисание грунта и является хорошим субстратом для микрофлоры, что улучшает биофильтрацию в аквариуме. Фасовки есть 5, 3,5 кг. Если вас заинтересовала данная продукция, переходите по ссылке на наш сайт zakul.ua. Спасибо.